Нам надо достроить и тренировочные площадки, да и по большому счету нам нужно работать из фан-зоной. И нам надо работать над тем, чтобы действительно у нас появился или возродился футбольный клуб. Теперь этот футбольный клуб имеет название «Футбольный клуб Сочи», но мы хотим, чтобы к этому уже к чемпионату мира по футболу и наш футбольный клуб был на достойном месте. Он достойную строчку занимал в российском футболе.